Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Денчик. Сегодня играю в Euro Truck Simulator 2. Я отключил звук, так как меня не будет слышно в разговоре с вами. Вот у меня вот такая машинка, прокачанная. Вот у меня свой гараж, не как топоймойное седло. 5 мест. Я имею в этом гараже. Есть у меня уже 2 машины. Сегодня я куплю... Вот у меня в прахе гараж. 5 мест свободных. Сегодня я куплю новую машину в другом городе. Давайте сейчас выезжать будем. И я как раз буду рассказывать, куда мы выезжать будем. Сейчас посмотрим. Вот я куплю машину, прокачаю, и мы будем ездить. Я исследовал тут очень мало, денег у меня достаточно. Вы поняли, что я прочитерил игру, уровень 163, что невозможно такое, чтоб я за несколько дней игры вот это все открыл. И мне для этого бы понадобилось очень много проехать мест и городов. Так, мы сейчас где? Мы находимся в Парахе. Вот. Мы находимся в Парахе. Самое близкое, куда нам можно поехать, это Дрезден, мне кажется. Так, а в Дрездене у нас открыт автосалон? Да. Автосалон открыт. Так, значит, куда мне ближе? Мне в Берно. О, открыт путь. Но тут никакого автосалона я не вижу, так что я не поеду. Так, куда мне еще можно ехать? В Руслав. В Лейп. Туда ехать, если. Да уж. Не очень это хорошо, конечно. А в Линзе у нас что там открыто? В Линзе у нас автосалонов, конечно же, тоже нет. Ну, получается, что мы отправляемся в Лейпциг. Лейпциг. Груз я, наверное, вести не буду. Ну, как-то не хочу. А, блин, самое основное не посмотрел ты, как мне туда направляться. Сейчас я вот здесь, в гараже, выйду сюда. Развернусь на кольце вот сюда, прямо едем, прямо, очень-очень прямо, едем. Потом где-то вот на вот автозаправке нам нужно на карту будет посмотреть, если мы, конечно, не проедем еще ее. Так, давайте сейчас я выйду из города и включу вам музыку, чтобы вы послушали музыку. Я думаю, вам будет скучно, пока я буду ехать там полчаса или 10 минут. Играю я на руле. Вот почему я долго буду ехать, мне кажется. Но я сейчас без груза еду, так что я думаю, что я побыстрее буду гнать. Машинка-то у меня очень хорошая, прокачанная. Очень много ЛС. 720 вроде бы гоняет. Так. Ну вот пока что мы едем 80 км/ч. Ну, у меня и так денег дофига, и так что я могу и превышать, и не превышать. Вот мы выехали из города. Я не знаю, понравится вам ли моя музыка, но лично мне она иногда нравится, иногда надоедает. Ну вот сейчас я вам ее включу. Прогнать ночью темноту, чем тебя из мыслей вон. Проще стереть все твои тату, чем имя сердцу моего.
возвращаешься, как весна. После долгих холодов ты поменяла меня сама. И говори, что я не то. Нет, я тебя не отдам никому никогда. Ты кричала тогда мне вслед. Я ли ты не предам никого никогда. И кричу я тебе в ответ. Я научил тебя гореть, ты сожгла мне крылья. Больше я не ангел твой. Я научил тебя любить, а ты полюбила. Не меня там был другой. Я научил тебя терпеть, научил быть сильной. Ты разбила сердце мне. Я научил тебя летать, и ты улетела от меня. Несправедливо. Включите солнце, пусть тает лед. Я больше не хочу болеть. Где нет тебя, за тебя сойдет любая другая модель. Они как ты, холодны как сталь, ухоженные как цветы. Ты будто кукла, но куклы жаль, бывают пустые внутри. Тебя не отдам никому никогда. Ты кричала тогда мне вслед. Я ли ты не предам никого никогда. И кричу я тебе в ответ. Я научил тебя гореть, ты сожгла мне крылья. Больше я не ангел твой. Я научил тебя любить, а ты полюбила. Не меня там был другой. Я научил тебя терпеть, научил сильной. Ты разбила сердце мне. Я научил тебя летать, и ты улетела от меня. Я научил тебя гореть, ты сожгла мне крылья. Больше я не ангел твой. Я научил тебя любить, а ты полюбила. Не меня там был другой. Я научил тебя терпеть, научил быть сильной. Ты разбила сердце мне. Я научил тебя летать, и ты улетела от меня. Несправедливо. Till the lights go out.
Get my leg, get it out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. Am I high? I'ma rip this shit till my bone color. Till the roof comes on, till the lights go out. Till my leg, get out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. Am I high? I'ma rip this shit till my bone color. Music is like magic. There's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold on to it, cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can. And when your run is over, just admit when it's at its end. Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jada, Corrupt, Nas, and Thimmy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half you people got a fucking problem with me. You hate it, but you more respect you got to give me. The press is wet dream like Bob and your Whitney. Nay, hit me. Till the roof comes off, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, am I high? I'ma rip this shit till my bone collapse. Till the roof comes off, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, am I high? I'ma rip this shit till my bone collapse. Soon as the verse starts, I eat it at MC's heart. What is he thinking? I'm not to go against me smart. And it's absurd how people hang on every word. I probably never get the props I feel I ever deserve, but I'll never be served. My spot is forever reserved. If I ever leave Earth, that would be the death of me first. Cause in my heart of hearts, I know nothing could ever be worse. That's why I'm clever when I put together every verse. My thoughts are sporadic. I act like I'm an addict. I rap like I'm addicted to smack like I'm Kim Mathers. But I don't wanna go forth and back in constant battles. The fact is I would rather sit back and bomb some rappers. So this is like a full-blown attack. I'm launching at 'em. The track is on some battle and rap, so want some static. Cause I don't really think that the fact that I'm Slim matters. I'm black and platinum status is whack if I'm not the baddest. Till the roof comes off, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, am I high? I'ma rip this shit till my bone collapse. Till the roof comes off, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, am I high? I'ma rip this shit till my bone collapse. Collapse.
adrenaline shots. The penicillin could not get the illness to stop. A box of skull is just not thrilling up. The criminal cop killing hip hop, filling a minimal swap to cop millions of pop listeners. You're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you the spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics to shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Is enough. The system, I whistle, this is the plot. Listen up, this is for guys. Listen to not give a fuck. The room comes up, feel the lights go out. So like collapse. Ну вот, я вернулся, дорогие друзья. Вот мы приехали. Тут автосалон DAF. А, у меня какая машина? У меня машина Scania, да? Да. Вот автосалон DAF. Scania, Volvo и Valiant. Самые хорошие такие машины. Сейчас мы выберем себе тачку, которая самая такая подходит. Я не знаю, какой вы себе выберете. Но лично мне вот это мне не нравится. Вот мне вот это вот нравится. Покупаем ее, конечно же. Да, я хочу сесть. Так, в праху закрыть. Спасибо за покупку, говорят. Да не за что, не за что. Сейчас я поеду, открою офис кадрового агентства, а потом мы с вами поедем и прокачаем наш грузовик. Так, все. Мне некогда это все делать. Вот он у нас такой вот грузовичок. Хорошенький такой. Понравился мне. Так, чё? Не прокачанная, неудобно. Мало скорости прибавляет. Да, мне похрен на твой красный свет. Так, ну вот мы едем. Угу. И потом из этого города груз возьмем и отвезем. Нет, вот психа. Отвечаю. Хотел по встречке уже погнать. Нет, он прется, блин, как лошара, а. Так. В принципе, хорошая машина гонит даже без прокачки. По норму гонит. Я играю на руле. У меня управление полегче, конечно, чем на клавишах. Давить, блин, руками на эти клавиши всегда вот бесит. Стоять. Вот мы разогнались, что-то слишком. Давай приостановимся. Так, погодите-ка. Что-то нужно Enter нажать где-то. Вот, Enter нажмем. Так, обслуживание и ремонт грузовика нам не потребуется. Вот это вот нам очень потребуется. Очень-очень. Нет, не этот, не этот. Или этот. Или этот. Не, давайте вот этот выберу, конечно же. Так. Конечно, я выберу двухколесную. Получше сам. Самую улучшенную. Вот. 510 двигатель есть. Так. Что у нас тут со встроенным навигатором? Так. Так. Табличечка. Принять изменения. Это так для угара просто. Так, тут что можно нацепить? Эту, или эту, или эту, или эту, или эту, или эту, или эту. Может, вообще не надо. Не надо, может, ее вообще. Так, тут вот прокачаем. Тут вот так. Тут вот берем самое такое хорошее колесо. Тут и тут мастер-класс, как будто
Так, тут такая ручка, зеркальце, зеркальце, козырек давай такой сделаем. Так, тут что? Тут что? Это нам не надо, не надо. Так, давайте внутрь залезем. Вот, все хорошо у нас. Так, нажимаем «Оплатить». Вот у нас теперь такой грузовичок. Так. Ну, я всегда вот такой вот выбираю. Это как бы всегда полосатая. Это типа цвет моей компании. Так, какой бы сделать? Желтый, что ли? Так. И оплатим, оплатим. Правда, еще нужно мне кое-что посмотреть. Посмотреть мне нужно на мои грузовики. Так, как? Так, желтого у нас еще цвета не было. Все окей, значит. Так, ну вот и все. Мы купили машину. Давайте посмотрим, навигатор работает. Да, правда, плохой навигатор. Мне такие навигаторы не нравятся. Мне нравятся, которые прям нормальные. Ну, ездить-то по этим навигаторам еще можно. Но мне все равно не нравятся мне, конечно, такие навигаторы. Так, ну что, давайте посмотрим заказы для своей компании. Ну, это и для себя. Нет, такое слишком дорогое я не буду брать. Долго займет ехать. Ну, вот иногда так. Иногда, смотрите, если мы эту точку уберем. А, невозможно ее убрать, короче. Вот, видите, на 136 заказ. Ну, мы возьмем из Липсерга какой-нибудь заказ. Так, это куда нам ехать? В Рослав. Как раз туда я хотела направиться. Так, что нам по пути? Берем груз. Сейчас вы, наверное, ну, я вам сейчас дам музыку, музыку опять послушать. Можете послушать, чтобы не скучно было. Послушайте пока музыку, когда я груз возьму и выехаю из города. Послушайте, определитесь. Ух ты, ё-моё, влепился. Нет, это ж надо так. Только раз и два, всё. Так, сейчас мы едем, чтобы груз взять. Я снимаю это видео для любителей, просто видео посмотреть, или кто в эту игру уже играет давно и говорит, что такая интересная игра, охота смотреть и смотреть видео, даже не про что, просто езда по Европе, просто езда, вот тупо езда. Кто меня учил водить? Да, я конечно сам себя научил водить, но ущерба, кстати, даже не заработано. Я поражаюсь этой машине, этому грузовику. Так. Да, нету ущерба, конечно же. Ух ты, ё-моё, ух ты, Так, давайте вот заезжаем, никого нету. Заезжаем, так, вот он. У меня заказы стоят. Так, и берем, конечно же, груз на Врослав. Взять за работу. Врослав, Врослав, Врослав. А, ну да. Что такое? А, ну да. Я же двигатель таким образом отключил. Жалко, когда по этим камням едешь, машину не стучит. Только когда по нормальным кочкам едешь, стучит. Ух ты, ух ты. Так, погодите-ка. Не поцарапались. Хотя там, знаете, царапины, как будто мы это поцарапались. Да нет, я опытный водитель. Конечно, опыта на настоящей машине у меня нету. Но, мало ли. Давайте возьмем
Груз. Прицепили мы заказ. Давайте посмотрим. 383 километра нам ехать. Это не так-то уж много. Если мы отсюда от Прахи отправлялись вот сюда, это больше 300 метров. Но мы теперь с грузом едем. Но у нас машина прокачана, мы сможем, наверное, также управиться. Ну что ж, тогда я включаю музыку. Слушайте музыку, чтобы не было скучно. В конце видео я скажу важный момент. Так, ну, все, слушайте. La 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 la. Пускай за окнами неброский мир, черно-белые полоски дни. И кажется, что только ты один на один. Оставь привычку накручивать без причин и оживи маяк души. Быть может, заветной мечты корабль в пути. Пускай. Не стой ноги, встал с утра. И за окном провинция, а не Москва. Не так, как во снах. Да и пусть так, просто чувствуй, брось страх. Пора. Освободи себя от оков. Если душа река, то из берегов. Есть всего один шанс, и он весь твой. Живи сейчас, будь собой. Кажется, мечты далеко так. Думай, не спеши, выбор твой, брат. Где-то внутри светят лучи, и ты их не души. Света и так мало вокруг. Те города не спят. Они хотят опять летать во снах и узнавать прохожих лица. Пускай за окнами неброский мир, черно-белой полоской дни. И кажется, что только ты один на один. Оставь привычку накручивать без причин и оживи маяк души. Быть может, заветной мечты корабль в пути. Пускай. В шумных домах гаснут огни. Мне суетой не напиться, с толку не сбить, небо испить хочет голодная птица. Я соберу волю в кулак, чтобы суметь оттолкнуться от края дня и лишь в небесах кометы проснутся. Все восемь нот, но сколько песен и сотни слов отролись в сердце. Это любовь, целый оркестр зазвучит пусть на весь мир в твоей версии. Не жди подачи, с неба ступай. Ведь правильный лишь тот путь, что сам избрал. Пускай не спелый планы, схемы. От мечты к цели ты смелый, я верю. Ла-ла-ла-лай. Ла-ла-лай. Ла-ла-лай-лай. Черно-белые полоски дни.
кажется, что только ты один на один. Оставь привычку накручивать без причин и оживи маяк души. Быть может, заветной мечты корабль в пути, пускай. Need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know. But no, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, talks picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still leaving him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help, but to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% be 100% clear cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, Ryu had the stupidest verse, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard him with that style. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire. And Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a nihilist porcupine. He's a the type women wanna be within. Rappers hope he gets 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner and is equally dope. You won't believe the kind of that comes out of this kid's throat. Top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it giving that birth or does it stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than with juice, juice. Him and his crew are known around as one of the best, dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike, nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those other fellas he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Yeah. Fort Minor, M. Shinoda, Styles of Beyond. Talk beer, machine shop. Girl, wherever you are.
shine forever in time. She is so driven, she's always mine. Giving and free, she wants you to be a part of the future, a girl like me. There is a sky illuminating us. Someone is out there that we truly trust. There is a rainbow for you and me. A beautiful sunrise eternally. God is a girl wherever you are. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl whatever you say. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl however you live. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl. She's only a girl. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl. Wherever you are, do you believe it? Can you receive it? God is a girl, whatever you say. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, however you live. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, she's only a girl. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl. Soulja Boy tip. Hey, I got this new dance for y'all called the Soulja Boy. You just gotta punch, then crank back 3 times from left to right. Soulja Boy, I'm in it. Oh. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that Soulja Boy? That Superman, that Hulk. Now why me crank that Soulja? 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 Now why? Soulja Boy, I'm in it. Oh. Why me crank it? Why me roll? Soulja Boy, I lean to the left, then crack that thing now. You, I'm jocking on you, I'm jocking on you. And if we get the fight, then I'm cocking on you, I'm cocking on you. You catch me at your local party, yes, I crack it every day. Haters get mad, cause I got me some baby, Nate. Soulja Boy, I'm in it, oh. Why me crank it, why me roll? Why me crank that Soulja Boy, that Superman, that oh. Now why me crank that soul? 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 Now why? Soulja Boy, I'm in it. Oh. Why me crank it? Why me roll? Why me crank that Soulja Boy? That Superman, that oh. Now why me crank that soul? 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 Now why? Bouncing on my toes. Why me super soaked? Yeah, oh. I'ma pass it to a rapper. He gon' crank it up for sure. Wanna be me, Soulja Boy, I'm the man. They be looking at my neck, saying it's the rubber band, man. Why me do it? Why me do it? Damn, damn. Let me do it. No, you can't do it like me, though. So don't do it like me, folk. I seen you try to do it like me. Man, that damn was ugly. Soulja Boy, I'm in it, oh. Why me crank it, why me roll? Why me crank that Soulja Boy, that Superman, that oh. Now why me crank that Soulja Boy? Now what? I'm too fresh, I'm in it. Oh. Why me crank it?
своим пацанам. Как бы мир не сбивал меня с ног, как бы рост ко мне не был строг, и какой бы моя жизнь не была длиной, они всегда со мной. Мои друзья. Как бы мир не сбивал меня с ног, как бы рост ко мне не был строг, и какой бы моя жизнь не была длиной, они всегда со мной. Все равно, сколько денег на моем счету, и что мое лицо постоянно на виду. Они ценят меня не за мое имя, и именно поэтому я дорожу ими. Для них я пацак из высотки напротив. С ними меня не заносят на повороте. Они не раз со мной бывали в разных передрягах, и до сих пор рядом. Они не врут, говоря, рад тебя верить, друг. Они со мной, даже если никого вокруг. Им не важно, сколько копий диска я продал. У них есть другие причины называть меня братан. Только с ними я могу быть честным до конца. Только с ними оживает моя улица. Они на все готовы ради меня, и их респект я ни на что не готов променять. Они стояли за моей спиной с самого начала и шли за мной, хотя успех ничто не предвещало. И верили в меня порой больше, чем я сам, читая по глазам. Как бы мир не сбивал меня с ног, как бы рот ко мне не был. Ну вот, мы приехали в компанию. Все. Показать результаты. Вот и все. Я хотел вам сказать очень важное. Я снимаю видео про Frostland. Я там стал админом под ником DanMan. Так что обращайтесь, помогу, чем смогу. Вы можете посмотреть видео, где я скачал Frostland. Я снимал это видео. Всего лишь вам нужно подписаться и зайти на мой канал. Ну все. До свидания. Ставьте лайки, пишите в комментариях. До свидания.